В прямом эфире «Новая Одесса» итоговый выпуск новостей. С вами Денис Гончар. Добрый вечер. Десятки мусульман погибли в Ираке во время взрыва в мечети. Украинское правительство готовит отставку министра здравоохранения Раисы Богатыревой, а налоговики обжаловали банкротство компании «Аэросвит». Мы расскажем, чем сегодня жила Одесса. Кровавая среда в Одессе. Два резонансных убийства, четыре трупа. В полуподвальном помещении три зала игровых автоматов. В одном из них сегодня произошло убийство. Стихийный рынок вместо бульвара. Пешеходы Суворовского района лавируют между торговыми будками и автомобилями. Родители с детьми вынуждены обходить несанкционированные торговые точки, которые расположены прямо на проезжей части и, собственно, машины. 400 молодых морских офицеров получили распределение на работу. Покороче рейсы, побольше денег. Эти и другие темы в материалах наших корреспондентов. Объективно, оперативно, интеллигентно. Убийство в центре Одессы. Сегодня утром в полуподвальном помещении на Садовой 20 в клубе компьютерных игр был обнаружен труп женщины, погибшей от ножевого ранения. Жертва успела нажать кнопку вызова охраны, но до приезда скорой помощи не дожила. Подробности у Светланы Пензовой. В этом клубе в вечернее и ночное время собирались молодые люди, чтобы поиграть в компьютерные игры. В полуподвальном помещении три зала игровых автоматов. В одном из них сегодня произошло убийство оператора игрового зала. В 7:50 утра на тревожную кнопку охранного агентства поступил сигнал из клуба компьютерных игр. Здесь обнаружили раненую женщину. Врачи скорой помощи, приехав на место в 8:15, констатировали смерть от ножевого ранения. Сотрудники милиции обнаружили женщину, погибшую женщину 1981 года рождения. Она была сотрудницей данного офиса. Завсегдатые клуба в основном студенты, и девушки, и парни, рассказывает Анастасия, которая иногда посещала заведение. Игроков обычно было много, а вот охранников в помещении девушка никогда не видела. Ночью из персонала работала только одна женщина. Там был такой администратор, ну, как на ресепшене, который контролировал порядок, и чтобы было, чтобы не буянили, потому что центр города как-никак. Жертва устроилась в клуб не так давно, всего несколько месяцев назад, рассказал ее знакомый Игорь. Узнав о трагедии, сразу приехал на место происшествия. Я ее очень давно не видел, не знаю, что к чему. Очень мало с ней общался, то есть. Оперативникам будет непросто восстановить события, которые случились в игровом клубе минувшей ночью. Ведь камер наблюдения в заведении не было. Уточняется информация о возможном ограблении. Светлана Пензова, Эдуард Шендерович, Новая Одесса. Еще одна трагедия разыгралась в частном доме на улице Виноградной. Утром там были обнаружены трупы двух женщин и одного мужчины. У всех погибших ножевые ранения. Можно ли было спасти людей, выясняла Елена Карлова. В этом доме и нашли погибших. Они находились в разных комнатах. Утром знакомый семьи пришел проверить, почему они не отвечают на телефонные звонки. Юрия, который живет поблизости, попросила проверить, все ли хорошо дочка погибшей. Говорит, мать с вечера не отвечала на звонки. Когда знакомый пришел, в доме горел свет, а двери были закрыты на ключ. Выбив их, он увидел жуткую картину. Мать, скорее всего, была или первая, или вторая, что-то непонятно, потому что кровать, лужи крови, ни одно ножевое ранение. Юрий, который сообщил о случившемся в скорую, очень удивился, узнав, что по адресу выезжали еще вчера вечером в 21:30. Они или не нашли, или приехали, никто не открыл. Они должны были вызвать милицию по-любому, потому что вызов был. На станции скорой помощи уверяют, им назвали неточный номер дома, поэтому его и не нашли. Можно ли было спасти погибших, следователи не говорят, как и не озвучивают хотя бы рабочую версию убийства. В настоящий момент работает следственно-оперативная группа, также эксперты. Однако соседи обратили внимание на то, что исчез муж убитой, а до этого в семье были громкие скандалы. Вот этот мужчина этот дом строил. Может, в плане того, что они расходились в последнее время, ссорились. Ну, поэтому произошло. Последний раз соседа видели вчера около 9 вечера. Он шел в сторону лесопосадки. Елена Карлова, Юрий Станков, Новая Одесса. В
стихийный рынок превратился Одесский десантный бульвар. Часть продавцов заставили своими палатками и лотками тротуар, а некоторые торгуют прямо на проезжей части. Кто давал на это разрешение, разбирался Вадим Шпаченко. Ежедневно жители района, ученики прилегающих школ и родители с детьми вынуждены обходить несанкционированные торговые точки, которые расположены прямо на проезжей части, и, собственно, машины, которые по ней ездят. Лиля Белая учится в 13-й гимназии. Стоит немного отойти от учебного заведения, и на десантном бульваре приходится ходить прямо по проезжей части, жалуется девочка. Тротуар заполонили торговые будки. Я иду со школы постоянно, и здесь как бы не очень удобные тротуары и эти переходы. Постоянно ездят машины, и вляпываемся в грязь, и очень неудобно ходить. Кипит торговля и на проезжей части. Для автотранспорта десантный бульвар необходимо перекрыть. Тогда ни продавать, ни гонять шумахеры тут не будут, говорит местная жительница Ольга Головатая. Постоянно водят детей и взрослых уже, им чуть ли не по 17 лет, мы им водим за ручку, чтобы детей провести до школы. Мужчина, который торгует прямо с прицепа грузовика, расположенного на проезжей части, завидев телекамеру, общается неохотно. Я тебе ничего отвечать не буду. Имею право сохранять молчание. Слушай, действительно неудобное положение. Я тебе сейчас все равно ничего не вынужу. Ты как маленький. Я тебе что-то взял, рассказал. Кто покровительствует стихийной торговлей в неположенном месте, рассказали соседние продавцы. То есть это все через участкового, да? Да. Вряд ли в муниципалитете не знают о проблеме стихийной торговли на десантном бульваре. Однако в управлении развития потребительского рынка Одесского горсовета в приемное время на рабочем месте не оказалось ни одного чиновника, который мог бы ответить на наши вопросы. Можно Наталью Анатольевну? Она пришла? Ее совещание сейчас. Сегодня с 2 до 18.00 приемный день у Бориса Борисовича. Борис это так? Борисович на больничный. А кто его заменяет в приемный день? Вячеслав Иванович, не ему. Вячеслав Иванович вчера был прием. Наталья Анатольевна сегодня с утра. А Борис Борисович болеет. В управлении развития потребительского рынка по адресу Преображенская, 60, прием граждан осуществляет начальник Наталья Прейгер каждую среду с 10 до часу дня. С 2 до 6 ее сменяет заместитель Борис Присяжный. Другой зам общается с населением каждый вторник с 9 до 13.00. По крайней мере, так утверждает официальный сайт городского совета. Действительно ли в это время будет идти прием на следующей неделе, или все начальство вновь уйдет на совещание, проверят Вадим Шпаченко, Евгения Брославица, Новая Одесса. Венки, цветы, слезы студентов и коллег. Одесситы провели в последний путь Дмитрия Ищенко, преподавателя Одесского национального университета имени Мечникова. Что именно для педагога стало поводом выброситься из окна своего кабинета, до сих пор не ясно. С гражданской панихидой вернулся наш корреспондент Максим Шпат. Студентка филологического факультета Карина до сих пор не верит, что ее любимый преподаватель совершил самоубийство. Для нее, как и для других студентов, смерть Дмитрия Ищенко – большая потеря. Я поверить не могла своим ушам просто. Я думала, что может, что-то с сердцем там плохо. Но что он выбросил, для меня, как, зная его 4 года, какой он человек, и не поверила даже, что он так мог сделать. Провести Дмитрия Семеновича Ищенко в последний путь сегодня пришли студенты, преподаватели, друзья и знакомые. Университетский холл едва вместил сотни тех, кто прощался с преподавателем. Дмитрий Ищенко посвятил вузу почти всю свою жизнь. Дмитрий Семенович был в известном смысле знаковой фигурой для филологического факультета последних 20-25 лет. Его доброта, порядочность, высокий профессионализм, талант ученого действительно снискали ему глубокое уважение. Он был замечательным человеком и хорошим преподавателем, вспоминая студенты. Умел привить интерес к дисциплинам, которые молодежи казались скучными. Он воодушевлял нас изучать старославянский. Мы на втором курсе, во втором семестре учили его. Он никогда нас не ругал, если какие-то проблемы у нас были. На зачете он замечательно к нам отнесся. Благодаря его преподаванию мы полюбили славянские языки. Доцент кафедры филологического факультета выбросился из окна 4-го этажа вуза. По словам очевидцев, с трудом говорящий мужчина утверждал, что хотел закрыть окно. Однако позже в его кабинете была найдена предсмертная записка, указывающая на суицид. По данному факту правоохранители начали уголовное производство и ищут тех, кто мог довести преподавателя до самоубийства. Максим Шпат, Евгений Брославец, Новая Одесса.
Трамвайные провода украли. Злоумышленники срезали электролинии на Хаджибейском лимане и остановили движение на 20-м маршруте. Только в этом месяце контактные провода воруют в четвертый раз. Продолжит тему Виктория Ясинская. Владимир пользуется 20-м маршрутом ежедневно. На работу, с работы, детей возить, в сад. Он отец двоих детей и дедушка четверых внуков, поэтому перебои с транспортом для Владимира – настоящая проблема. Как, к слову, для многих жителей этого отдаленного от центра города района. Многие дети в школу не пошли, потому что добраться сюда, в эти камыши, это не только трамваем ездят. И три остановки ехать, они дальние, и тем более остановки в камышах. Детям ходить сейчас по камышам – это тоже нереально. Через район Хаджибейского лимана проходит всего один трамвайный маршрут, 20-й. С интервалом примерно в 20 минут на линии работают два вагона. Снабжение с центром тяжелое, сетует Владимир. Маршрутки не ходят, до места пересадки люди добираются при помощи электротранспорта. Обрыв контактных проводов или их хищение означает для местных жителей опоздание на работу, садик или школу. А ведь могут быть последствия и хуже. Провода находятся под напряжением 600 вольт, как бы, и прохожий в сырую погоду может как бы коснуться, и тоже могут быть плачевные последствия этого. Восстановить движение трамваев по 20-му маршруту удалось лишь после того, как ремонтные бригады устранили неисправность, попросту заменили участок похищенной контактной сети. Об инциденте оповещены правоохранители. Для предотвращения новых попыток хищения провода на линию пришлось выпустить дополнительный ночной трамвай. Однако за всем не уследишь, сетуют в Одесгорэлектротрансе и обращаются за помощью к одесситам. Местные жители, если кто видит, обращайтесь в милицию, если кто станет свидетелем. Виктория Ясинская, Сергей Самойлов, Новая Одесса. Одесситы Вячеслава Тихонова, на машину которого в пятницу обрушилось дерево, до сих пор не признали потерпевшим. Водителю предстоит провести на больничной койке еще 2 месяца, и все расходы на лечение ложатся на его семью. Чем увенчались поиски ответственных за падение акации в центре Одессы, знает Дмитрий Долматов. 20-метровая сухая акация обрушилась на машину Вячеслава Тихонова на углу улиц Софиевской и Преображенской. В автомобиле находилось 4 человека. Водителя пришлось госпитализировать. У пострадавшего задеты шейные позвонки и плечевой сустав. По прогнозам врачей, мужчина пролежит в больнице еще как минимум 2 месяца. Супруга водителя жалуется. Правоохранители не спешат искать виновных. По словам следователя, значит, сейчас еще муж не признан потерпевшим до проведения судебно-медицинской экспертизы. Значит, если у него будут установлены телесные повреждения средней степени тяжести, тогда он будет признан потерпевшим и будет открыто уголовное дело. Жительница дома, расположенного рядом с местом происшествия, еще прошлым летом заметила, что дерево вот-вот рухнет. Женщина несколько месяцев обзванивала различные службы. Начала набирать телефоны Зелентреста, МЧС, райадминистрации, говорить им, что вот у нас на Советской армии дерево находится в катастрофическом состоянии, где очень оживленная улица, все автобусы на поселок Котовского, трамвай 3 и 12, дети со школы ходят. Отвечали, что оно еще не упало, я говорю, нет, ну вот когда упадет, тогда мы приедем. Кто будет отвечать за дерево, которое уже рухнуло, семье пострадавшего выяснить так и не удалось. Мария Семенова хотела обратиться за помощью в муниципалитет, но ее заявление там принять отказались. С дальнейшими поисками виновных в падении акации будут следить Дмитрий Долматов, Эдуард Шендарович, Новая Одесса. В настоящее время на мировом рынке труда не хватает 30 тысяч морских офицеров. Поэтому выпускники профильных украинских вузов всегда востребованы. 420 курсантов Одесской национальной морской академии уже определились с местом трудоустройства. Сегодня прошло распределение выпускников плавательных специальностей. Товарищ ректор, курсант 161 группы Панченко Алексей Игоревич для распределения прибыл. За 5,5 лет обучения в морской академии курсанты получают не только теоретическую подготовку, но и проходят практику на иностранных судах. Хорошо себя зарекомендовав, можно быть уверенным – в будущем получишь достойную работу. Плавательную практику курсанты проходят в большом количестве иностранных судоходных компаний. Сегодня таких договоров у нас подписано более 300. То и компании, в которых эта практика была пройдена, предоставляют место для будущего трудоустройства. В Одессе работают порядка 250 морских крюинговых агентств. Известные компании заинтересованы брать на работу выпускников морской академии и готовы их трудоустроить.
Мы берем ребят, отбираем уже некоторых самых лучших даже на первом курсе, а в основном это второй, третий курс. И уже к выпуску, ну даже на четвертом курсе они успевают выплатить свои 12 месяцев ценза, и после четвертого, пятого, ну уже после шестого гарантированно идут в офицерских должностях. Многие курсанты уже определились с будущим местом работы. Некоторые еще в период обучения морской академии занимали офицерские должности. Работа в стабильной компании и высокая зарплата – цель большинства выпускников. Покороче рейсы, побольше денег. Не менее 5000, наверное, долларов, естественно, конечно. Лучше в евро. Курсанты займут достойное место на судах, уверены в морской академии. В этом не сомневаются Светлана Пензова, Эдуард Шендерович, Новая Одесса. В культурном центре «Чайная фабрика» сегодня стартовал арт-проект живописца Алены Таковенко под названием «Процесс». Зрителям организаторы выставки обещают эмоционально противоречивые впечатления. Так ли это, проверил наш корреспондент Вадим Шпаченко. Съемочная группа «Новой Одессы» отправилась на «Чайную фабрику» и вышла на связь со студией. Эмоционально противоречивые впечатления посетителям этой выставки обеспечены. Во-первых, тона довольно необычные. Черный сочетается с красным, смотрится довольно своеобразно. В одних объектах можно увидеть другие объекты. Вот что лично для себя я уже заприметил, тело, человеческое тело, в нем можно заметить рот, глаза, нос. Сейчас мы подойдем к автору этих картин, Алене Таковенко, и спросим ее, правильно я заметил или нет. Алена, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, правильно я заметил или нет? Ну, вы заметили правильно в той степени, насколько вам хочется это заметить. То есть этими вещами забавляться очень долго. Но на самом деле, в общем-то, суть не в этом. Суть в том, что мы говорим о процессе, который происходит внутри каждого человека. Любое событие, любое действие можно обозвать процессом. Это смена элементов, которая не имеет, по сути, своей значения, просто пока не становится в ряд с чем-то иным, более важным или менее, пока не состыковывается с чем-то дополнительным и не превращается в единый большой механизм, большое целое, в общем-то. И этому процессу конца, наверное, не существует. Все относительно. Если для вас это событие, то в масштабах Вселенной это... маленькая деталь. В каком принципе вы сами оцениваете жанр, вот вы творите? Это экспрессионизм, насколько я понимаю, или нет? Тут очень много намешано. На самом деле для меня очень важно экспрессионизм, это как манера подачи, может быть. Но в форме очень много и от соцреализма, очень много от такого направления, как арт-деко. Очень много высчитанных правильных форм, которые, в общем-то, экспрессионизму, ну, не слишком присущи, так скажем. Сколько вы работали над проектами? Что, собственно, вас вдохновило именно на эти работы? Начало было заявлено достаточно давно. Я мучилась долго, ходила, вынашивала эту мысль, потому что она очень емкая. Наверное, даже слишком емкая, чтобы уложиться в один процесс. Поэтому год это было для меня настольной темой, так сказать, все время. Но происходило это не поступательно, как это можно представить себе, а такими рывками от настроения, от состояния, которое позволяет тебе это делать и позволяет тебе углубиться достаточно для того, чтобы удовлетворять себя этим, а не делать лишь бы сделать работу, которая бы подходила под процесс, так скажем. Насколько я знаю, да, вы из Одессы родом, но в пресс-релизе заявлено, что живописец из Киева, да? Да. Правильно, вы из Одессы? Я родом из Одессы, я закончила Грековское училище, это было альма-матер, естественно. Мы все тут, я так понимаю, что одесситы не обошли художники одесские. А сейчас я просто поступила на дизайн одежды в Киевский университет, и поэтому как-то, видимо, эта ошибка вышла. Происхождение одесское, естественно. И я рада называться одесситкой. Спасибо, Алена. Я напомню нашим телезрителям о том, что выставка под названием выставка арт-проекта Алены Таковенко под названием «Процесс» продлится вплоть до 25 февраля. Со скольки до скольки? С 23 января до 25 февраля. Вход с 13.00 до 18.00. С 13 до 18.00 вход свободен. Это был повтор включения из «Чайной фабрики», где стартовал арт-проект Алены Таковенко «Процесс».
Таким увидели этот день наши корреспонденты. А прямо сейчас смотрите проект «Мир за 100 секунд» на Новой Одессе и узнаете, что еще произошло в мире. Встретимся на этом канале завтра. За даними Центру погоди, у четвер, 24 січня, в Одесі очікується хмарна погода. У другій половині дня можливий короткочасний дощ. Вітер західний слабкий – 2-4 метри на секунду. Атмосферний тиск у нормі – 758 міліметрів ртутного стовпа. Вологість повітря – 72%. Температура повітря вночі – близько нуля, вдень – 4-6 градусів з позначкою «плюс». Страховая компания «Теком». Уверенность в квадрате. Дополнительную информацию вы можете узнать по телефону 719-05-55.